Амурский тигр – самый крупный представитель среди семейства кошачьих. Среда обитания хищника – территория России, Приморский край и Хабаровский край, а также северо-восточные районы Китая. Популяция амурских тигров не превышает 500 особей. Приблизительно такое же количество диких кошек проживает в зоопарках мира. По росту амурские тигры превышают бенгальских тигров в среднем на 7 сантиметров. Их рост в холке равен 112-120 сантиметрам. Длина тела самцов от 2,5 до 3,5 метра, а масса тела колеблется от 180 до 306 килограмм. Самки меньше самцов, длина их тела равна 2,5-2,7 метра, и весят они от 120 до 170 килограмм. Хвост у этого хищника может составлять 1 метр в длину. Амурские тигры сильные и выносливые, они могут преследовать добычу со скоростью 50 км в час и тащить пойманную крупную жертву на расстоянии до 500 метров. Амурский тигр имеет рыжий окрас с поперечными черными полосами и белый живот и грудь. Летом шерсть более рыжая и яркая, чем зимой. Свою жизнь хищники проводят в одиночестве, и только на период размножения самки и самцы образуют пары. Самки ходят беременными на протяжении 3,5 месяцев, после чего рождается 2-4 тигренка. Детеныши рождаются полностью беспомощными и слепыми. Их глаза открываются только на 10-й день, а зубы прорезаются на 15-е сутки. Когда тигрятам исполняется 2 месяца, они начинают выбираться из норы. В годовалом возрасте молодняк способен к самостоятельной охоте. К 2 годам из зверя вырастает матерый хищник, который может одолеть даже самую сильную добычу. Но несмотря на это, молодняк покидает мать только к 4-5 годам, когда наступает половая зрелость. В дикой природе у тигров данной породы не имеется врагов. Они, напротив, могут нападать на других хищников, например, на волков. Там, где много амурских тигров, волков практически нет, поскольку эти дикие кошки безжалостно нападают на представителей псовых. Вероятно, такая ситуация объясняется одинаковыми аппетитами, ведь рацион волков такой же, как и у тигров, а значит, они являются конкурентами. В связи с этим амурские тигры изгоняют со своей территории всех волков. В дикой природе продолжительность жизни амурских тигров составляет примерно 15-17 лет, но особи могут прожить и до 35 и 40 лет.